Итак, просто добрейшего всем здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair. Меня зовут Мистер Фриман 315. Вторая часть моего прохождения модификации Counter Half-Life под названием Calamity. Перевести можно как беда, бедствие, катастрофа. В общем, что-то нехорошее. А что-то нехорошее здесь преимущественно вот эти ребята. Да, почему-то с желтыми рукавами именно в этом моде. Но неважно, это их не делает ничуть лучше, чем они есть на самом деле. Поэтому будем отбиваться как можем. От этих комбайнов, этих самых, да, солдат Альянса, комбайнов, кто как хочет, кто так это называет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут турели, блин. Ладно. Вторую вот так вот. В принципе, гравипушка их вынести особого труда не составляет. Наконец-то патроны к магнуму. Господи, как я давно этого ждал. Раз. Чтоб тебе. Все под одну линию становятся. Как удобно, блин, а? Безумно удобно. Мимо. Мимо. Не мимо. Так, 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 так. Кстати, свои побежали. Ох ты, арбалетик. Еще и 10 стрел. Ребят, вы представляете, что это значит? Это значит, что одна заряженная, 10 в запасе. Это значит, что все. 11 солдат минусом можно сразу списывать. Абсолютно сразу. Где они, блин? Так. Показано, что бегут где-то здесь. Но могу ошибаться. Вот они где бегут. Где он стреляет меня? Где-то стреляют, где не могу понять вообще. А, твою ж мать. Вот урод. А где ж он есть, блин? Вот где. Так, еще один. Давай, выгляни в окошко, родной. Шикарно. Правда, практически весь арбалет потрачен, но да ладно. Честно скажу, оно того стоит. Отдыхай, родной.
Так, что, вниз теперь, да? Два патрона у меня осталось. 9 уже... 9 уже потратили, и все в цель. Так, ну снайперы очень легко выносятся вот такой вот гранаткой. Только надо ее правильно запустить, то есть правильно попасть. Да что ж такое, блин? Так, ладно. Чуть повыше надо взять. Во. И второй красавчик. Все, снайперов как не бывало. Понятно. Не все так просто. Что ж такое, не везет мне. Жестко попал. Во, наконец-то. Отлично, наконец-то, блин. Вот этот снайпер был. Кажись, да. Так, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. А, обратите внимание, ребят, вода-то под током. Здесь нужно... Ох, блин, это ж, да, это ж контейнер железный. Ну, естественно. Фух. Чё ж я так, блин... Давайте сначала этих повыносим. Так, а что ж тут можно сделать? А вот так можно сделать. Это деревянный ящик, поэтому электричество не проводит. Так, зомбачки проснулись. Где снайпер? Здесь, да? А, вот там. Я понял. Так, 5 гранат у меня. Естественно, не попал с первого раза. А что ж такое, блин? Во. Высоко. Да чтоб тебя. Второй минусом пошел.
Так, а прыгать что, сюда вниз? Похоже, что да. Опачки. Этот летит, блин. Штурмовик. Shoot down the scanners. Стреляю в сканеры. Очередная надпись на стене. Ну ладно, разберемся. В какие-то сканеры стирать, хочу сказать. В какие сканеры стрелять? Ты мать твою. Minor fracture. Хоть и minor, но fracture же, блин. Опа. Так, что написано? Давайте почитаем. We transformed train into bomb. Detonated in their own base. Короче, они, значит, написано, что мы типа встроили в поезд бомбу. И мне нужно ее взорвать на базе Альянса. Именно так написано. Вот, ну попробуем это сделать. Я надеюсь, у меня получится. Ой-ой-ой. Не, когда есть гравикушка, это намного лучше. Сволочь, откуда ты взялся? Застали врасплох, ребят, вопросов нет. Реально застали врасплох. Сколько их? Человек 10 было, да? Ну они да, они реально меня ждали, они реально засаду пытались устроить. Благо у меня получилось их отбиться, конечно, со второго раза, но тем не менее. Так, пополняем, пополняем жизни. Гребаный сканер, блин, я забыл, что они так бывают, падают прямо на нас. Ну да ладно. Если, ребят, прошлый мод под названием Ревенхольм был реально переполнен зомбаками, здесь мы в основном, как вы видите, да, сражаемся с силами Альянса. Но, тем не менее, это не делает мод менее привлекательным, менее хорошим, менее, скажем так, интересным. Все-таки, по моему мнению. Ребятки, страйдер. Ребятки, мать его, страйдер. Иди, иди сюда, родной. Так, ну где эта сволочь? Вон он ходит.
Так, мне нужны гранаты, да. Так, с арбалетом у меня что? 7 патронов. Великолепно. Уродов на крыше могу снять. Раз. Я сейчас не понял, я у него попал или нет. Второго на крыше снял. Ага. Что, родной, не нравится? Три. Пока 3 заряда, ребят. 4. Да хрен тебе, родной. Блин, надо быть аккуратным. 5. Шесть. Блин, сколько же тебе надо, падла? 7. Все. 7 ему надо было. Так, возьмем патрончики. Блин, мне бы еще аптечку, конечно, найти. Для полного. Ага, во. Для полного счастья. Замечательно. Тихо. Так, сюда, да? Кстати, я вот не знаю, может быть этого страйдера можно было и не убивать, просто сюда пробежать. Ну да ладно. Убили, хорошо. Одним, как говорится, страйдером в Сити 17 меньше. Так. Что у нас здесь? They are building something. Они что-то строят. Написано на стене. Очередная надпись. Посмотрим, что они там строят. Пока кроме зомбаков ничего, в принципе, не вижу. Сволочи. Раскидались тут всякой херней. Пилы там нет ни для кого. Destroy their train. Уничтожь их поезд. Блин, то взорви на базе, то уничтожь поезд. Не могу понять, блин. Сами себе противоречат. Называется. Ладно. Уничтожь их поезд. Попробую, конечно. Если получится. Надеюсь, что получится. Так, и что мы открыли? Что-то мы открыли. Где-то. Где-то стопы. Лифты, да? Блин, граната все-таки сюда упала. Ах вы сволочи такие, ну подождите. Так, минус 2. Кто там еще? Так, двойной заряд еще.
меня, вернее, двойной выстрел дробовика с двойным зарядом, да, мне еще никогда не подводил. Ой-ой-ой-ой-ой, турельки, мать их. Так. Оп. Офигеть, это еще и это самое. Так, ну теперь сюда. Так, это что за... Ага, камера открывает. Ладно. Проходим дальше. Так, птички никого нет, к сожалению. Так, все вроде. Тут закрыто. А здесь? Блин, зажали, 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 падла. Сейф надо загрузить. Так, а что у меня для них есть? У меня есть подствольник, ребят. Ну кто еще? Сразу обезвредим, просто чтобы она не мешалась тут. Так, здесь не пройдем. Так, сдох. Все вроде. Еще одна решетка открыта, только я не пойму, что мне это дало. Дальше-то куда идти? Не, дальше непонятно, если честно. Мать, да что я делаю, а? Я думал, у меня гравипушка в этом самом, в активном слоте. Нифига. Так, они сюда ли? Случайно. То ли лифт какой-то идет, непонятно, то ли еще что-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ладно, давайте еще раз. Так, и можно, наверное, вот это использовать. Ага, вот едут, едут. Едут наши красавчики, едут. Скажи, все. Все или все? Как не бывало, ребят. Нате вам. Ну, заряды, конечно, прикольные, блин. Ух ты!
Вы посмотрите, какой зарядник охерительный. Хорошо. Очень хорошо. Так, и что это? А, сюда, да? Честно говоря, мне почему-то казалось, что мы поедем вверх, но видите. Все-таки нет, едем вниз. Так, сюда. Опа, походу меня поймали, ребят. И чё? Так, где эти летающие твари? Все? Я надеюсь. Где эти сволочи? А. Так, патроны не забираем, не забываем, не забываем подбирать. Так, а где мы оказались? Ну что, еще ниже, что ли? Похоже, что да. Опа. Не, все-таки, наверное, скорее всего, там ниже. Не, ну обалдеть, конечно, тут. Тихо, тихо, тихо. А, ну да ладно. Ну, уехал и уехал. Хотя, ребят, обратите внимание, здесь везде силовые поля. То есть я, в принципе, при всем желании туда не пройду. А что за тварь такая? Пошла вон. Не, вы видели, а? Слушайте, а мне еще ниже. Обратите внимание. А, я понял. Здесь надо прыгать. Твою мать. Вот так вот, короче, аккуратненько, аккуратненько. Так, где? Раз. Твою мать.
Так, а я вообще правильно иду, нет? Надеюсь, что да. Отлично, 100 по 100. 100 по 100, 200 по 100. Что ж я сделал, блин, рано перезарядился. Рано. По инерции, ребят. Так, знаем мы прекрасно, да, как отключать силовые поля, вот именно таким образом. Ах вы, заразы такие. Так, и чё? Опять меня поймали, что ли? Ага. Еще один шар там. Вы можете наблюдать, а вот сейчас все хорошо. Опа! Твою ж мать! Мне надо было сразу, наверное, сюда прыгать.